Приключения музыкального кочевника Адама в стране кюев и степных мелодий продолжаются. На сей раз мы отправились в горы, чтобы послушать музыку природы. Нам предстояло написать сценарий о Домбре, и было очень интересно, как древние кочевники перекладывали звуки природы всего на две струны, и как им удавалось прочувствовать ритм степей и гор. Представить казахскую культуру без домбры невозможно. Этот легкий инструмент сопровождал кочевников повсюду. И словно велением свыше был дан казахам, чтобы наиболее ярко передать звуки гор, бескрайних степей, топот копыт. Адам, слушай, нам этот сценарий надо сдать к 17:00 уже. До 5? Да. Ну, давай. Слушай, а как мне написать? Как ты думаешь, домбра когда появилась? 5000 лет назад или 6? Ну, фольклор и домбры – это вообще сложная тема. А я сам знаю, что от археологических сайтов есть терракота фигура, играя на инструментах, которые очень сильно похожи на нашу национальную домбру. Это находится, по-моему, в городе Таласа. Тарас. Это Жамбулская область, если не знала бы. Знаю. Значит, мы пишем 3000. Ну, более-менее, да. Оса! Не испугайтесь. Пиши. Сейчас. Адам, я же просила тебя прекратить уже играть. Это не я. Откуда это звука? Кажется, что это точно звук кочевников. Кочевников? Да. Здесь? Ну, где-то, я не знаю. Пошли посмотрим. Пойдем.
Ассаламу алейкум, дасы. Ва алейкум ассалам. Әлем чыбасан төргә чыгын. Ассаламу алейкум. Ой, сәлемәс. Келем бе мына баларык без. Мен атын Адам. Ой, куанычлымыз таныскан. Ой, можно. Мен американдык кочем. Ой, куанычлымыз. Как-то мы с Медини услышали вашу музыку и хотели вам спросить, вы от какого района? Біз Алтай, Тарбагатай деген осы Қазақстанның өзі. Здравствуйте, мы из Алтая, Тарбагатая. Приехали в Казахстан, переехали сюда. Песня, которую вы слушали, это народная песня «Ағажай, Алтайдай, жер қайда». Қазақтың халық әні «Ағажай, Алтайдай, жер қайда» деген ән. Можно еще раз послушать еще одну хорошую алтайскую песню, пожалуйста? Хорошо, керемет жақсы мінекей. Алтайсыз. Алтайский. О, мінекей. Жептіне деген Алтайдың халық әні, Алтай қазақтарының халық әнін айтып берейін. Это творческая семья. Хурманбек и Риза поют и играют на тамбре, а сын Олжас играет на кобызе. Живут в Казахстане более 10 лет, и что самое главное, привезли на историческую родину десятки казахских народных произведений. Айда жылқың ұзғыттау, киген тоның бұзылыптау, ақтамағын сызылыптау, мінезің қалқым бұзылыптау. Ер жәкеттің көңілі көтерілер жіптейнау, бір жорғаны өкіліп, мінім жүрсе жіптейнау. Айда жылқың ызғыттау, киген тоның бұзылыптау, ақтамағын сызылыптау, мінезің қалқым бұзылыптау. Қара таудың ішінде қайнар бұлақ жіптейнау, қой келгенде маңырар жетім ұлақ жіптейнау. Айда жылқың ызғыттау, киген тоның бұзылыптау, ақтамағын сызылыптау, мінезің қалқам бұзылыптау. Тіршіліктің барында ойнада гүл жіптейнау, бұл дүние болады кімге тұрақ жіптейнау. Айда жылқың ызғыттау, киген тоның бұзылыптау, ақтамағын сызылыптау, мінезің қалқам бұзылыптау. Айда жылқың ызғыттау, киген тоның бұзылыптау, ақтамағын сызылыптау, мінезің қалқам бұзылыптау. Ой, ей, мінезің қалқам бұзылыптау. Олжас, досым, скажите, пожалуйста, по своим словам, это инструмент, что это такое? Этот инструмент называется кылкобыз. Первым на нем играл Қорқыт-ата еще в 8 веке. Қорқыт-ата обошел с ним весь мир в надежде найти вечную жизнь. И куда бы он ни пошел, везде видел свою могилу. Когда он играл на кылкобызе, смерть отдалялась от него. У Сырдарьи он положил кобыз на землю и решил отдохнуть. В этот момент смерть его настигла в облике змеи. После смерти Қорқыта шаманы начали использовать кылкобыз, чтобы исцелить больных. В 19 веке наш предок Ихлас Дукен-Улы ввел этот инструмент в число национальных. Ықылас Дүкенұлы деген атамыз қылғауызды қазақтың ұлттық аспабы ретінде кіргізді.
Рахмет, ваше произведение был супер класс. Ага, апай, можно вам просьба одну? Я тоже принесил свою домбру, а если возможно, могу ли я с вами играть самый известный ки Казахстана? Бабрау. Ой, черес. Ой, берем, ну, жайду, ну, снова Америкадан гел. Молодец! Приехать из Америки, взять в руки домбру, научиться играть кюи. Предлагает сыграть кюи Курмангазы. Какое это для нас счастье! Молодец, Адамбек! Ал, берега тартайк бэнда! Я готов. 1, 2, 3, 4. Спасибо еще раз, рахмет. Мадина, как всегда, спасибо вам. Адамбек, бауырымызға үлкен рахмет, мінекей. Адамбек, тебе тоже большое спасибо. Приходите теперь к нам на концерт. Мы к вам, вы к нам. Будем друзьями. Осындай қазақтың күйлерін орындап тұрыңыз. Келіп тұрыңыз. Не забывайте, смотрите, Туран ТВ. Так прошла встреча с казахскими музыкантами из Китая. Мы еще долго наслаждались импровизированным концертом. Через домбру и кобыз мы услышали удивительную мелодию казахских степей и гор. Но на этом наше путешествие не закончено. В следующий раз мы пойдем вновь покорять новые горизонты казахской традиционной культуры.